этом свете никто не застрахован от этой жизни. Всех это ожидает, Клоуэ Михаламура, после 120 лет. И очень, очень приятно, когда вы знаете, такое происходит, и друзья, товарищи, близкие, родные становятся как бы плечо к плечу, помогают, потому что эти ребята были потеряны, потерять отца это нелегко. Они были очень потеряны. Огромное спасибо вот Юшуваеву Йосику. Он 2-3 дня, с первого дня, был с нами, все организовал, везде звонил, все уже, он знал, как это делается, потому что его отец тоже ушел лет 5-6 тому назад. Ему огромное спасибо. Всех друзей, все пришли, давали, говорили поддержку этой семье. Всем спасибо большое. Дядя Аврум был мне, как я знаю, моя сестра Аврум был мне, я знаю, но он был больше, чем я знаю. Я его очень сильно уважал за его порядочность, за его доброту, за его скромность. Он действительно был очень скромный человек, очень простой, очень добрый. Никто не может сказать, что он кого-то обидел или кому-то сказал неправильное слово или что-то сделал плохое, не дай Бог. Вот, ну, прошло время, вот 7 дней уже сегодня. Этот человек получил хард-атак вот, недели две тому назад, три, где-то около месяца. Его отвезли в больницу. Буквально 3-4 недели он пролежал, не было ни одного дня, чтобы он лежал один. Были всегда его дочка, его внуки, его Давид, Славик. Каждый день они с утра до вечера были там, буквально они его вытащили. Он уже начинал кушать, уже начинал вставать, разговаривать. И было все, мы уже пора были сказали, слава Богу, что он, все уже идет нормально, все идет к улучшению. Ну, в воскресенье так получилось, что в воскресенье у него опять произошла проблема с сердцем. Сердце остановилось, и он ушел из этой жизни.